Всем привет! Мы играем в Wizard Tycoon. Это как колдунский тайкун, да? Мы сейчас будем строить свое колдовское, не знаю, замок свой колдовской. Короче, тут все пустые локации по соседству. Пока что у нас соседей нет, да, смотри, become one. Все вышли? Да, все вышли. То есть мы играем вдвоем. Ну, было бы круто, если кто-то пришел, чтобы мы с кем-то посоревновались немного. Эу! Я зашел не в свои двери. Короче, я заходить должен только через свою картинку, через Катину нельзя. Так, мы уже здесь лидерборд выключаем. Нет, включи. А, включить, включил. Вот мы. Чтобы увидеть денег, по-другому нельзя. Вот, у меня есть 80 кэша, то есть 0 кэша. Я должен что-то тратить, да, что-то куда-то... А, 1000 это стоит? Тебе надо... 2000, а где дешевле? 52.50. Иу, оно ездит? Иу, смотри. Да. А что это мы? Это мы кирпичи какие-то там зарабатываем, да? Так, да. За 2500, говоришь, за 250 можно что-то купить. Но у меня есть пока только 190. А почему, говоришь, что я грин, если я блю? Нет, потому что мы в зеленой команде. А, то есть у нас общий кэш, что ли? Да. А, то есть я собираю кэш, а ты тратишь? Тогда нет. Нет. Мы все тратим вместе? Да. А, то есть получается, что мне может один ничего не нажимать, а второй только нажимать, ходить и это и все строить, да? Ты можешь мои деньги забирать. Не могу. А тратить я могу? Нет. Хорошо, где мои деньги? Это вот у меня 118 только? У тебя 100. Нет, да, 118. Ага, а грин, то есть у кого-то есть там тоже деньги. Грин, значит, есть. Это мы all together. А, у нас вместе. А что у меня так мало денег? И что, я не могу вообще ничего купить, да? Да. Блю, у меня еще по 500 только есть, можно потратить мне, да? А 250. Я блю... 250. А как ты уже смогла что-то купить, если... Потому что у меня дешевле, но меньше вещей. А, вот, 250. Есть что-то построить, да. Buy Potion Maker можно, могу я купить. Какие-то заклинания. И у тебя уже есть этот Potion Maker, да? Да. Нет? Есть. Как ты так успела? Мы же одновременно начали игру. У меня ничего нет, а у тебя уже есть Potion Maker. Я нажимаю эту кнопку. И что, это тебе помогает? Тебе не надо, тебе не надо. Не надо? Это плюс деньги. Ага, всем. Хорошо. Так, Катины деньги я не могу забрать. Окей, значит, я жду еще немножко, 250. О, нормально Катя понажимала. То есть, если ты не нажимаешь, я должен идти нажимать? Нет. Не надо? А я автоматическая. А что ж ты нажимала там? Потому что надо быстрее. Окей, так, я могу что-то за 250 купить уже. Та-дам! У меня еще один Potion Maker. Следующий... А следующий 250. 500 у меня. А это 250. Это твой желтый, почему-то 250. Почему у Кати дешевле? Потому что у меня меньше вещей, что покупать. Да, интересно. А если я туда уйду, что будет? Эу! Смотри, я прошел насквозь. И назад прошел. Это прикольно. Так, какой-то став там. Короче, я так понимаю, мне нечего там делать. Мне надо ждать, пока заработаются мои деньги. Мы зашли сначала в другую локацию. Там уже были крутые визарды, какие-то колдуны. Вот тут построены у них были их замки. И они по нам стреляли, они нас убивали. Да, но мы там не могли вдвоем работать, поэтому я перешел сюда. Так, мне надо уже опять 500. Да, по 250 нет ничего. Стены, я так понимаю, нет смысла сейчас пока покупать, да? Надо все покупать Potion Maker'ы вот эти. Брюммейкеры и еще раз Potion Maker. А, Wizard Hat, вау. Я могу делать Wizard шляпы. Почему у меня так мало денег, Катя? Где нажимать, чтобы быстрее было? Вот, я нажала раз. Ага. Нажимать, когда красное, да? Типа, просто нажимать. Нажимать, и будет больше денег, да? Так, ну пока только 6, у меня что-то совсем слабо. О, 12, 14, 19. О, пошло, нормально. А, то есть все равно супер спешить не надо. Надо только тогда, когда она загорается зеленым. Тогда есть смысл. У меня денег, папа плей, 127. Маловато, мне надо 500. Ну это мы долго будем по 500 зарабатывать, Кать. Yeah. Ну да, смотри, у меня только 200. Это сколько я должен ждать? Мы сейчас купим больше. И больше. Да, надо покупать больше, потому что пока что как-то скучно получается. Надо нам реально, вот мне 500 надо, ты мне надо еще 300 денег. Короче, я жму пока зеленую кнопку, Катя уже там что-то строит, достроит. Как ты так быстро? Потому что одна вещь для 10 футов. 10 только? Одна. Мне надо было становиться твоим цветом, чтобы у меня тоже были по 10. А то у меня сразу 250, потом 500. Нечего мне делать вообще, покупать даже дешевле. Да, я буду нажимать, иди что делаешь. А что мне делать? Смотри, Катя. Мне нечего делать, у меня тут 500, оу. У меня минимально, чтобы я мог что-то сделать, стоит 500 этих денег. Пас,
Смотри, сколько у тебя денег. О, уже 250. Нормально. 500. Да нету 500 еще. Есть. 459 только. Так, еще чуть-чуть. И теперь... Есть 500. Иду покупаю. Новый Potion Maker. Теперь пойдут быстрее денежки? Конечно. Так, о, уже 70, нормально, 80, 90, отлично. Так, что следует, думаешь, как думаешь, стены стоит покупать или лучше все-таки какие-то мейкеры новые, наверное? Стены. Стены, а стены нам дают деньги? Нет. Не дают, тогда лучше мейкеры, правильно? 1000. Следующий мейкер стоит 1000, да. А еще следующие две. Ну, это уже легче, потому что у меня есть кэша уже 200. То есть 1000 мы быстренько сделаем уже, да? Да. А, тут два человека нас трейлы. О, у нас есть соседи. Они цвета какого-то красные. Другого. Они кред. У них пока ноль денег. Они только-только зашли. Вот, сейчас мы на это самое настроим и будем по ним стрелять. Если у нас будут какие-то стрелялки. Будут. Скоро появятся. Уже есть? А где наши стрелялки? Один нажми. Один. Нажимаем один. И это что, волшебная палочка? Да. И что будет? Нажимай. Пиум. Вау! То есть можно так развлекаться. Хи-хи! Оно так быстро стреляет. Па, я понажимаю, их поубивай. Ага. Иди. Короче, я такой себе тут военный. Хи-хи, прикольно. Я по ним попадаю вообще? Попадаешь. Они еще не знают, может, где их волшебная палочка. У них тоже есть волшебная палочка. Не-не-не-не-не. Они тоже стреляют. Ей. Сейчас я ее застреляю. Есть! Есть, я ее застрелил. Но она сейчас выживет, да? Я тебе помогу. А кто нажимать будет? Я. Что, и нажимаешь, и стреляешь одновременно? А, не-не-не. Не сильно надо нажимать. Так. Короче, прикольно. Вот это развлекуха. А чем круче мы станем, тем у нас будет круче оружие, правильно? Да. Мы еще могут... Мне кажется, у них защита вот эта синяя. Оно не пробивается, что ли? Идем ближе. А, или надо просто несколько раз попасть. Есть, есть. Хе-хе-хей. Давай. Все, можно идти к себе. Mission complete. Где наши? Вот наши. Они по нам стреляют или это ты стреляешь? Это я. Мы получили 20 поинтов? Это за то, что мы их застрелили, что ли? Да. А, тогда давай еще раз. Ты бэдж, ты видела бэдж? Ты тоже бэдж получила, да? Да. Или нет? Ну, есть! Я уже убила кого-то, так что у меня нету бэджа. Ага. Но я получаю поинты. Так. Ах, меня убили. Так. Они все тут восстанавливаются и прячутся, вонючки. Па, у тебя 750 поинтов. О, мне надо 1000. Ушли? А, им не понравилось, что по ним стреляют. Но я думал, что это будет весело. Ничего, может, новые сейчас какие-то придут. Да. У меня 1000 денег. Я покупаю... Дабл? Он уже зарабатывает что-то? Да. Я еще... Апгрейд. Так, я новый... Сейчас будет новый этот... покупать будем, еще один. Да, мне надо 200-500. Так, то а тут тоже кнопочка есть? На этом нету кнопочки, да? Это. Хорошо. Мне надо 2500 фунтов. Ага. А мне надо 1000. Можно еще 1000. Еще 1000 и будет круто. Так, ну что, где наши соседи? Интересно, когда мы настроим этот... В следующий раз давай их не будем настроить. Хорошо. Когда мы построим, выйдем из игры, вернемся, у нас уже это будет построено? Нет, все сначала? Да. Вот это интересно. Так, то есть ты нажимаешь тут себе, да, тихонько? Да. Помаленько. Так, у меня что с деньгами? 800, то есть мне еще 200, и я смогу купить новый за 1000 вот этот какой-то мейкер, бум-мейкер. Yes. Брум. Как? Брум. Типа... Это расческа, что ли? Нет, расческа это hairbrush. Ага, а брум? Щетка? Не-не-не, которая подметать. А, метла. Да. Вот. Так, у меня есть 1000, покупаем... Метла, ну да, ведьмы на чем летают? На метлах, где метлы? А ну, где метлы? Мы скоро будем на них летать. Но они пока только кирпичами видно, их не видно как метлы, они кирпичи. Реально? Да, вот падает вместо брума, вместо расчетки этой метлы кирпич. Так, следующий мейкер 2000.
Деньги быстрее пошли, нет? Быстрее. Непонятно. Вот реально непонятно, как мы быстро зарабатываем деньги. Зашли люди. Отлично. Зашли люди. Пульнуть по ним? Только раз. Так, достаточно. Ну, он пока защита у него. Вон там есть чувачок. Давай не будем. Ей, еще два. Еще два? Отлично. И еще один человек. Ага. Это чуть-чуть. Все, ладно. Так, поработали, постреляли. Что я могу тут купить? Нет, за 200-500. За 500 могу стену какую-то купить. А ну, что, будет лучше от стены? Нет. Ничего себе, стены! Так, у нас 2500 есть... 2500 я могу апгрейднуть. Ты можешь апгрейднуть? Смотри, какие пушки тут. Тут так, есть пушки. Да. Купи еще за 500, 500 и 500. Сейчас. Вау! А ну-ка. Ну что-то она плохо стреляет. А как мне ею целиться? Не, просто так. Ей невозможно прицелиться нормально? Нет. Фух. Ага, то есть я могу, он подходит ко мне, а я по нему стреляю. Вот он пешком идет, а я стреляю. Да. Так, ну пока круто. Так, что у меня есть? 600 денег? Не, ну стены крутые. Я думал, просто какие-то стены. Ай, они крутые. Купи стены. Еще больше стен. Вот гейтхаус. Эу! Он стрелять по нам пришел. Ты пошел по нам стрелять? Ах ты жулик, сейчас мы тебе застреляем. Окей. Все, нечего к нам ходить тут стрелять. По-моему, к нему идет подмога, нет? Нечего к нам идти сюда. Не надо, мы гостей не звали. Да, Кать? Да. Сейчас он где-то с другой стороны придет. Да. Так, я что-то купил? Во, смотри, я что купил. Я купил крутую штуку. Ты убила его? Давай, давай. Так, купи больше стены, и он... А вот смотри, вход какой крутой я сделал. Так, купи больше стены, то он зайдет. Ну ничего, я пока не могу, у меня нет денег. У тебя достаточно, у тебя нет. Больше, чем 500. Там нет, у меня за 500 ничего не могу купить. 506 у тебя. Так, тебя убили? Ах, он вонючка, смотри какой. Так, купи стенки. Да сейчас. Ей, он вышел. Не, он просто... Так, сейчас я покупаю раз. И стены давай. Вот. Бам! Вау, и тут пушки. Да, смотри. Что там? 1800 у тебя, йоу. Так, у меня 520. Еще какие-то стены могу купить? Вот, еще одни стены. Еще. Та-дам. И где стены? Я не заметил, где они поставились, но... На другой стороне. А, вау. И с другой стороны пушки. То есть мы можем ходить реально по верхам, так, по всем стрелять пушками. Все скоро будет достаточно, да еще. Так, у меня есть сколько там? 200... Плюс 400, да. Я пока что ничего не могу покупать, так что купить мне больше... Все. То есть купить нам лучше палки. Купи палки лучше, да, чтобы мы лучше стреляли. О, пошли эти метлы падать. То раньше кирпичи какие-то падали, это твои метлы, не знаю. Ну, короче, есть метлы, отлично. А, они оттуда падают кирпичами, а уже да. Здесь... Появляются метлы. И отсюда получаются. А это что поушины? За колокольчик? А, это поушины эти. Я понял. Сиропчики, короче, вкусные. Пап, я могу строить этим стол. Воу! Это я. А зачем? Это наша новая палочка. Новая палочка? Нет, я такую не хочу. Зачем нам эти стены? Оу! Я их могу разрушать? Пап, у нас есть еще вот это. Это стреляет. Вот, о, вот это хорошо. А где ты ее взяла? Тут. Просто подходишь и берешь? Да. А у меня не берется. Один. А, вот, два. У меня два. Вот это сейчас будет что-то крутое. А ну-ка, как она стреляет. Так, выходить можно только через свои двери. Да. Соседи есть у нас? Пиу. Он по мне пикает, а я по нему вот так вот этой пушкой уже. Но она какая-то... Она, может, крутая, но она редко стреляет. Катя, мне надо помочь, мне надо подмога. Okay. Где он? На. Короче, эта фишка плохая, мне не нравится. На. Короче. И что-то я туплю. Все, меня убили. А ну, дай ему по голове. Так, я могу выйти помочь Кате. Где он там, тут монстр? И монстр. На. Все. Будешь знать, как к нам идти. Все, идем назад. Что это? Что это было? What? Так, я иду назад. Смотрим, что там у нас с деньгами. Это что это за звуки?
Так, короче, у меня есть 1000, сколько там денег? 2300 у меня есть. Покупаем новый мейкер. Еще надо 3000, будет новый. Сейчас пойдут Стой, денежки. Мам, да. Прям как я сказала ей, там люди начинали говорить на крупчате, мы его называем ей. У нас есть комната такая, ага. Ей есть крупчат. У нас есть секрет рум, ты знала? Секрет коридоры? Или это я тут отсюда пришел? Это не секрет. Не секрет? А что здесь? Эу! Я только зашел, и тут Катя. Ага, мы можем по кругу ходить, я понял. И тут мы скоро можем купить следующий этаж. Так, и мы можем вот так вот защищаться, да? Да, мы можем второй этаж скоро. И пиу. Ага. Ну такая себе защита. О, у тебя 1000. 1000, окей, идем. Я, правда, за 1000 вряд ли что-то смогу купить. Купи ты это за 2000. Так, у меня есть 1700, у меня нет пока 2000. Что потом я могу была купить апгрейд. Так, ну такая игра прикольненькая. И что интересно, ты говоришь, не сохраняется, да? Постоянно надо нет. новое делать. Так, у меня 2000. Что ты говоришь за 2000 взять? Это, Potion Maker. Potion Maker, еее. Yeah. Я могу уже его апгрейдать. Давай. Та-дам. Угу. Так, прикольно. Значит, пиум, 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 пиум. А если я тебя не это, вреда тебе не наношу? Нет. Так, что есть в шопе? Что это такое? Геймпассы всякие. Наверное, все за робоксы. Да. Да, неинтересно. Так, палочка есть. Еще такая палочка есть. А ты кто? Он меня бить будет? Пока он не бьет. А, он меня бьет, Катя. А ну-ка. Он пошел по нашим коридорам? Где он там? Где он? Я его потерял. Окей, он вышел. Ладно. А как мне выйти отсюда? Подняться наверх? Кто-то стреляет. Это я. Там никого, опасности нет? Есть. Где? Он внутри? А как он зашел? Крылочка. А как он зашел? Как он зашел? Ты его победила. Да, да, Катя победила сама, даже без моей... Оу! Это я. Это я вышел через тебя, через твои двери просто. Нельзя выходить через чужие двери. Как он зашел, мне интересно. Так, 2000 у меня есть, даже 2600. А мне надо 3, ага. Так, ну со стенами это прикольно, что у нас есть стены. Купить новую палку или трансформер за 10 тысяч? Давай палку, у тебя 10 тысяч. Палка за 5 тысяч. Давай палку, посмотрим, что она делает. Так, а я посмотрю, что у меня есть тут. Так, я могу за 3000 здесь купить или за 5 там. Эй, что это? Это твоя новая палка? Да, о, да. Эта крутая, палка да? замораживает людей и их угу. убивает. Так, 2. А ну, идем испытаем ее? Yes. Итак, где они там? Где вы там? На. И попал? Нет, не попал. И теперь мы можем их убить. А, обычными палками. Пистолетами, да? А, они разморозились. Yes, я его убил. Эу, он какую-то крутую палку взял. Такую, как я, только что-то у меня она медленно стреляла, а у него прям круто. Ты там, возле них нет? Я их убила. А, все, окей, ладно. Привет. Привет. Так, что у нас с деньгами? 2400, 5000. Можно докупить еще один мейкер. Па-бам! Все, денежки пошли работать. Еще одни брумы, эти метла я могу делать. Так, к нам не идут. Опасные. А ну-ка. Ну, такие пушки, если можно было прицеливаться, было бы круче. А можно же вот тут сидеть и вот так вот. Ну, правда, я не знаю, ли я смогу по ним попасть. Ну ладно, это такое занятие. Не видно даже их. Вон где-то там, по-моему. Мне кажется, я по кому-то попал. Но они восстанавливают свои силы. Ну как это, в кружочке защитном. Так, у меня денег 3900. А мне сколько надо? Мне надо 5 и 7 потом. А потом еще 9. Короче, у тебя больше кружочков, но они все более дешевые, да? Я так понимаю? Вау, а не реально, да, а, что бу... а что будет, если я сделаю все кружочки, и мне некуда будет тратить деньги? Наверху. А, мы построим второй этаж? Конечно. То есть еще будет куда тратить деньги, да? 3900, да. О, еще немножко и будет 5000. Я иду, покупаю.
Я иду что-то покупаю за 5000. Хэтмейкер, у меня будут шляпы. Yes. Так, но пока что они кирпичами, смотри. Да, вот они... да, потому что они еще не в апгрейдере. Но они нам эти дают деньги? Конечно. Даже кирпичи? Хорошо. Конечно. Конечно. Так, 7000 у меня следующий этот. Тут second floor, второй этаж за 10000. Сколько мы уже играем? Мы играем 24 минуты. Да. Ну мы второй этаж еще сегодня построим. К нам пришли. Катя, на втором этаже. Давай целимся. При на входе, видишь? Я его заворожил. Давай. Так, сейчас. Он за нами наблюдает, он еще не знает, что мы готовы. А! Убежал! А как они туда забегают? Я не знаю. Вон он стоит. Сейчас я из пушки попробую его. Кто умер? Это он умер. Серьезно? Да. Я его еще сверху пушкой. А звук такой от пушки. Так, что у меня? У меня 3 пока только тысячи, немного. А по соседям мы самые крутые, да? Да. Что у них там есть? У них пару мейкеров и все. А двух других соседей вообще нету. Угу. Ты ходишь, смотришь, как он зашел, да? Да. Ну как-то подзапрыгивал вот так вот, нет? Ну как же он, вот наверху он был. По стене как-то, что ли? Попробуй. Нету? Нет. Может, у него какая-то левитация какая-то есть? Может. Хм. О, у них построилась только что вот башня одна. А, это откуда? Что? Откуда стреляют? А, тебя убили? А, не туда зашла. Так, смотрим, что у нас с денежками. 2400, то есть у меня есть 5400, а мне надо 7. У меня 4000 тут. Я могу купить 10000. У тебя какой-то крутой зарабатыватель. 11000 у тебя, смотри. Зато сейчас купишь апгрейдер и он... Трансформер. Где наши шляпы, а ну-ка? Сейчас наши кирпичи будут превращаться в шляпы. Вот они. Кирпич летит и превращается в шляпу. Прикольненько. Пым. Так, 5400. Я смогу купить еще какой-то апгрейдер. Вот. Или что там, новый мейкер. Есть новый мейкер. Та-да-дам. Есть. И у нас все лучше и лучше пошло. Думаю, что для первого ролика мы очень круто сделали. А ну покажу сейчас весь наш дом. Это, а как это правильно называть? Замок, наверное, да? Это не дом. Да. Такой крутейший замок. Там у нас куча мейкеров. Оу, как с высоты все круто видно. Кстати, у нас зеленая крыша, а у тех красная, потому что это мы команда Green. Да, е-е-е. Короче, такая крутая штука у нас получилась. Вот так мы круто уже умеем даже стрелять. Е-е-е. Да. Но для первого видео, думаю, для одного достаточно. Так что, если вам понравилось... Как мы тут стреляем нашими палочками волшебными и что мы наделали. Вон, они построили вторую башню. Молодцы. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.